Всем привет! Вы на канале Кузямба, и мы играем в Resident Evil 7. Подписывайся на мой канал, не забывай ставить лайки, и всем приятного просмотра. Так, мы в прошлой игре мы собрали все эти ключи совершенно вообще случайно. Это так произошло. Мы такие, давайте посмотрим, а что там, а посмотрим, что там, и в конце итоге мы нашли все ключи. Вот, мы, по-моему, вернулись. Куда мы вернулись? Я, кстати, уже забыл, куда мы вернулись. Мы, по-моему, вернулись туда наверх, за нами бежали, у нас там мало патронов, у нас полностью был этот, как он называется, забитый инвентарь. Вот. Вот это бесило больше всего, что инвентарь был забит. Мы будем сражаться. Да. Так, что у нас тут по инвентарю? Вот, у нас он весь забитый. Я думаю, скорпион исключит скорпионом. А, нет, мы кассету. Кассету точно уберем. Ну, ключ со скорпионом. И тоже уберем. Так, это у нас что? У нас ключ с вороном. Маленький топор. Игрушечный топор. Только нахрена он нам нужен? У нас, кстати, больше стал, заметили, этот инвентарь. Так, патронов у нас вообще нема. Так. Подожди, это, да, у нас еще один. Это... Так, это ладно, это мы читали. Так, сохранились мы. Ладно, погнали. Да, теперь нам надо срочно бежим. Блять, не добежали. Эй, друг, не забудь, эти две карточки пропуска на вечеринку. Смотри, не опаздывай. Дай мне услышать Мию! Нет! Ты сначала приди! Надеюсь, ты не забыл, где состоится вечеринка. Можешь выйти со двора. И давай быстрее, чувак! Все только тебя и ждут! Ага, сейчас какая-нибудь тварь сзади. Так. И что у нас такое? А, это мы. Так. Здесь мы все, да, открыли? С. Здесь тоже все. Верхний этаж. Да, ну мы здесь все открыли. Ох ты, блядь! Ни хрена себе! А вы тут типа точку сохранения? Ох ты, блядь. Все, у нас патронов нету. Так, подожди. Сейчас видос надо посмотреть. Подожди, кассета. А какая кассета у нас там была? С днем рождения. Ну-ка, с днем рождения, по-моему. Давай посмотрим. Так, о чем мы там будет, интересно, на днем рождения? Ты, друг мой, на редкость везучий сукин сын. Знаешь, я тебе реально завидую. Черт. Что? Не веришь мне? Эту радость я не подделаешь. Подтеплющик. Неделя упорного труда. И вот, наконец-то, наш шедевр. Все ради тебя. Давай. Да ладно тебе. Я же старался. Будет весело. Обещаю. Черт. Ладно. С.
свечка. Так, подожди. Ага, толчкан. Так. Свечка. Тут нельзя ничего это, да? Так. По-любому мы здесь потом будем ходить. Так, там газ. Черт. Так. Хуй тебе! Ага. Ключ нашли. Так, так и не прекращается. Так. Ага, это вот свечку надо, да? Вот, это вот сюда. Не подходит. Так, подожди, нам надо найти какую-нибудь штуку. Ага, вот там вентиль, да? Не, ничего не происходит. Так, может, это вот сюда надо вставить? Нет. Нет, это вот это надо поджечь. Так. Не подходит. А это что у нас? Тоже не подходит. А, пиздец, отвратительно. Ну а что делать? Давай, доставай. Кошмар. Так, это чё? Грязная подзорная труба. Может, подзорную трубу сюда? Нет. Подзорную трубу? Нет. Ладно, так. Так, подзорная труба не подходит. Так. Ага, что-то мы сделали, что теперь вода течет, да? Так, может это сюда? Так. Блин. Ага. Черт, что надо сделать-то? А, может это? Так, а теперь надо что-то туда поставить, да? А, только чё? Так. Подзорная труба. Подожди, что она там нам даст? Так, похоже на снасти поляри. Так, поляризационным фильтром. Из-за слоя грязи в нем почти ничего не видно.
Так, может это сюда, на сюдаке? Нет. Так. Что нам надо сделать-то? Что мы упускаем? Ну-ка. Не знаю, может это надо... Так, эта хуйня еще льется, да? Так, это что у нас? Так. Так, подожди, надо этот... Офигеть, во! Так, это что у нас? Жнец. Нет, это какая-то палка. Потом птичка, ребенок. Палка, птичка, ребенок. Палка, птичка, ребенок. Палка, птичка, ребенок. Палка, птичка, ребенок. Ага. Вот, палка. Вот это птичка. Вот это. И ребенок. Ага. Соломенная кукла. Так, наверное, это вот эту куклу сюда. Не подходит. Ну да, а если это... Палец куклы. Вот она что. Все. Палец куклы, может быть. Не, не подходит. Блин, так, ладно. Попробуем поджечь. Так. Ну ладно, это мы тут что еще? Так. Да. Ну капец, вот это у нас, чувствую, серия будет прямо офигенная. Так, что у нас тут еще? Что-то может надо? Так. Ага. Так, ну мы это отгадали. Так, что мы еще не смогли сделать? С этой куклой что-то надо сделать. Так. Палец мы поставили. Это завели. Эту фигню мы помыли. И что он делает? Черт. Так.
Тут по-любому что-то... Так, ну, свечку можешь поставить. Свеча не горит. Так и не прекращается. Где? Черт. Не, ну... Так. Тут получается где-то это, да? Но что-то должно быть с этим связано. Не, ничего не происходит. Может, поджечь надо? Ну-ка, давай. Ага. Так, без пароля открыть будет сложно. Ага. Сейчас мы все шарики тут полопаем. О. Так. А это, наверное, сюда надо вставить. Прям в писюн. Так, ладно. Вдруг свечка тушится. Так, а это сюда. Давай. Что за хуйня? Ты что делаешь? Ты что делаешь? О, блин! А, он сейчас будет писать пароль. Жесть. Ага. Ой. Так, L. Подожди, L O S E L O L O С Е угу. Е Р Р Р Р Р. О, какие мы. Так. Угу. Так, все, мы это сделали. Так, мы это сделаем. А почему? Блять! 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 Блять!
чёрт. Ну ладно, хуй, нет, я уже знаю. Трэш, ребята, трэш, просто трэш. С днём рождения! Тварь. Да уж. Идём, всё? Так. Давайте сохранимся. Так, что у нас? Простите, пожалуйста. Так, у нас есть две отмычки. Зато у нас патронов нету. Так, да. Да уж. Так, подожди, у нас было что-то там. Разделитель. А-а-а. Это что у нас? Да, можно комбинировать с предметами, чтобы отделить от них эпоксид, как снова можно будет использовать отдельно. Ну, у нас... Что у нас? Толком нет, но ничего, да. Ладно. Давай. Так, здесь мы этих гадов всех завалили. Так, синяя в синюю. Красная в красную. Погнали, хули. Ладно, я думаю, короче, мы сейчас сохранимся, и в следующей серии мы узнаем, что будет за этой дверью. Вот, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить это видео, чтобы узнать все-таки, чем же закончится эта война. Вот, ставить лайки, это что, ну, типа, продолжает это видео или нет, что, типа, вам оно заходит. Вот, и про колокольчик это тоже самое главное, из-за того, что не пропускать мои видео и всегда, ну, следить, что они мне выходят, что я смотрю. Так что, как говорится, до скорых встреч, не пропускай мои видео, всем пока.